Помните, я обещала найти идеальный рецепт сырников? Этот рецепт я нашла у своей подруги Кати Морозовой, а секретным ингредиентом оказалась рисовая мука. Сырники получились безумно нежные, а также очень красивые, так что я с радостью поделюсь с вами этим рецептом. А от себя я добавила любимый рецепт клубнично-мятного соуса, от которого меня честно сносит крышу. Для начала творог мы немножко разминаем ложкой или протираем через сито, если это необходимо. Добавляем сахар по вкусу и перемешиваем. Далее добавляем одно яйцо и еще раз перемешиваем. Рисовую муку мы просеиваем, чтобы не осталось комочков, перемешиваем и лепим сырники. Если творожная масса не липнет к рукам, то у вас получилось идеально. Обычно каждый сырник я еще посыпаю немножко рисовой мукой. При необходимости добавить немного растительного масла и жарить минут 5-7 с каждой стороны. Так, переходим к соусу. Клубнику надо измельчить, чтобы она превратилась в пюре. Перекладываем в кастрюльку и добавляем сахар. На среднем огне варим соус примерно минут 5. Охлаждаем до комнатной температуры и перекладываем обратно в блендер. Добавляем свежую мяту и еще раз измельчаем. Наш соус готов. Я абсолютно уверена, что таким завтраком вы сможете покорить всех. Удачных вам экспериментов! Скоро увидимся!